такое грандиозное событие, очень серьезно и освещается, и такой определенный ажиотаж чувствуется вокруг этого события. Вот, то, конечно, очень волнительно, очень важно. Для Олега Нестерука, генерального директора Берестейского пекаря, участие в масштабном событии в 6-м Всебелорусском народном собрании знаковое. Мероприятие такого формата в его карьере первое. Руководитель одного из крупнейших производств брещины с нюансами организации деятельности на предприятии знаком давно и не понаслышке. Маркетинговые стратегии, торги, закупки. За всеми этими понятиями стоит большая внутренняя работа. Для того, чтобы оставаться в тренде, предприятие должно следить за тенденциями рынка и выбирать из общей массы предложений только то, что действительно выгодно. Поэтому и разговор о приоритетах в экономике, о прогнозных показателях, о реальных цифрах и возможностях их воплощения. Волнует в первую очередь развитие реального сектора экономики. Как, по каким рельсам будем дальше двигаться, развиваться. Вот, потому что, ну, изучая программу, видя, да, цифры очень прогнозные, очень значительные, и компоненты важные собраны. Продукция берестейского пекаря, безусловно, присутствует на любом праздничном столе. Здесь умеют удивить не только вкусом, но и внешним оформлением. Это подтверждают многочисленные конкурсы республиканского и международного уровня. Искушенный покупатель привык выбирать, и за свои предпочтения он голосует в первую очередь рублем. В этих условиях таким крупным предприятиям важна оперативность, быстро выделенная потребительская тенденция, вовремя заказанное оборудование, качественно подготовленные технологии и мастера. Все это требует вложений, которые можно было бы получить благодаря расширению системы инвест-программ. Возможности вхождения частного капитала в развитие, под развитие государственного предприятия. С одной стороны, это дало и импульс развитию предприятий, да, деньги. С другой стороны, ну, я думаю, и, наверное, положительно повлияло на какие-то показатели эффективности. Тема развития реального сектора экономики обозначена в рамках 6-го Всебелорусского народного собрания как одна из ключевых. Принципиальные позиции по вопросу будут озвучены уже завтра в рамках мероприятия в столице.